вами компания Ровак, и сейчас я вам расскажу, что нужно знать при установке гидромассажной ванны. Начнем с самого начала, с подготовки помещения. Место, где будет стоять ванна. Три простых правила. Первое. Вывод провода, подключение. Провод должен быть трехжильным, сечением не менее 2,5 квадрата, подключен через автомат 16 ампер. Второе. Точка подключения смесителя. Определиться со смесителем, то ли это будет смеситель со стенки, либо это будет врезной смеситель. Выводы не должны мешать самой ванне. И третье – это подключение канализации. Уклон канализации должен быть не менее 1 сантиметра на метре. Как устанавливается гидромассажная ванна? Заранее подготовленное место устанавливаем ванну. С помощью регулируемых ножек выставляем ее по уровню. Подключаем водопровод, канализацию, электропитание. С помощью герметика герметизируем примыкание ванны к стенке и закрываем декоративной панелью. Ванной можно пользоваться уже через 24 часа после того, как застынет герметик. И самое важное, желательно, чтобы монтаж выполняли квалифицированные специалисты. Для этого вы можете обратиться в нашу сервисную службу. На этом мы наш обзор завершаем. До новых встреч!